Октябрь уже называют предзимьем, тем более его вторую половину. Но для садоводов-огородников классическая приближалась довольно скучная пора. Все еще не актуально. Скучать некогда. В первую очередь это касается инфраструктуры. Это нужно все бочки, все ведра, все какие-то тазы перевернуть, да, то есть чтобы все это было пустое, потому что уже возможны заморозки. Слить со шлангов всю воду, да, то есть вы куда-то их сложить, то есть, ну, вот такие вот вещи. Инструмент собрать, убрать, да, чтобы он не зимовал под снегом, подготовить его к весенней работе, да, то есть промаслить, почистить, убрать куда-то в сухое место желательно, да, под крышу. Всевозможные ящики, тачки, да, то есть бензоинструменты, электроинструмент, все почистить, слить все с ней, жидкости с них, и бензин в том числе, да, все это подготовить. Разложить по местам, прибрать, убрать, чтобы весной знать, где взять, и все было в целости и сохранности. Не забыть подготовить грунт для весенней рассады. Если говорить о растениях, то в октябре у нас уже практически все убрано, ну, разве что какая-нибудь капуста там поздняя-поздняя сидит, яблоки, может быть, какие-то еще там тоже поздние-припоздние висят, их собрать, это все убрать, потому что уже заморозки возможны, и эти заморозки уже будут травмировать продукцию, она не будет храниться, ее, в общем-то, уже потом, ну, можно использовать только вот сразу же. Кроме этого, если вы еще не посадили луковичные, более чем пора. До 20 октября оптимальные сроки. Также специалисты советуют делать обрезку декоративных и ягодных кустарников. После листопада, когда облетят все листья, когда растение уйдет в период покоя, можно провести вот эту вот самую обрезку. Это касается в первую очередь рано просыпающихся растений. То есть вот смородина черная, например, жимовость. Когда вы приезжаете весной в сад, она уже распустилась, резать поздно. Поэтому эти растения режут именно сейчас, осенью. А вот с обрезкой яблони и других плодовых деревьев можно подождать и до весны. А вдруг кора возле места среза подмерзнет и повреждение будет тяжело восстанавливаться. Осенью убирают только сухие поврежденные ветки. В этом году была большая плодовая нагрузка, многие ветки поломались, без санитарной обрезки не обойтись.